изучать английский язык по рассказам и сказкам. Да, здравствуйте. Сейчас я включу камеру, чтобы Да, меня было видно. это пока я. А, здравствуйте. Так. А, привет, да, это пока я вот. Угу. Ага, вот надеюсь. Мы только-только сейчас закончили с Угу, понятно. ребятами, поэтому я такая думаю, надо успеть все-таки поддержать сейчас. Спасибо. Так, ну тогда ждем, как кто-нибудь появится. Ну, в принципе, можно и с вами, у вас как раз есть запрос на язык. Начнем с вами, а там... Так, что это Да, такое? есть у нас гости, или пока мы вдвоем сейчас. Пока вдвоем. Так, мне там писали. Ну, сейчас посмотрим, что. Так. Так. О, отлично, вы еще написали на разочек. Ничего. Как раз сейчас. А, да, я, кстати, была вот в этой программе, смотрела. Надо воспользоваться ситуацией. Мы только-только с занятия, прям чуть-чуть за это занятие. Я так тоже было даже, что приходили вот там 1-2 человека. Сегодня прям уже было ажиотаж такой, 6 Это уже пришло. хорошо. Ну вот, они как бы так Развивайтесь потихоньку. потихоньку. Ну Вот. да, это вот. Так что я всегда первые шаги самые сложные, Ой, потом. так, я сейчас Так. поменяю язык. Это Ну, португальский. ничего, я просто вот сейчас как раз еще скопировала. У нас же еще в Телеграм есть. Скопировала, туда отправила. Ну, сейчас посмотрим, попробуем. Будем, если может писать заранее, может будет это. Сейчас еще подождем Да. немножко. Не волнуйся. Нет, я не волнуюсь. Я хочу вас немножко поучить. Пока все равно времени. Пока люди собираются, мы с... Good morning. Видите, вот это O читается, двойная O читается как U. Good morning. А R не читается. Good morning. Да. Здравствуй, как тебя зовут? Вова. Вова, молодец, Вова. Давай будем читать. Так, слышно звук? Слышно? Вот если я так нажму. Да. Хорошо. Давай, будем читать. Good morning. Good morning. Morning. Угу, молодец. Вот эта двойная O, она читается как U. U. Good morning. А R не читается. Молодец. Good morning. Как переводим? Ты знаешь, наверное? Да. Как будет перевод? Это Да, доброе утро. доброе, молодец, молодец. Good morning, honey. Honey это переводится дословно мед, а так это дорогой, дорогой, медовый такой, дорогой. Да, good morning, honey. Это она желает своему любимому доброе утро. Доброго утра. Да, давай еще раз переведем good morning. Да, вернее, скажи. Morning, Lauren. Да, good morning, Lauren. Молодец. Молодец. Honey, как переведем? Honey, honey. Милый. Да, милый, молодец. Давай, чтобы тебе было интереснее, я тебе мышку дам. Хорошо. Так, Вова. Вот, все. Ты полновластный владелец мышки. Да. Where is my Russian book? Где мой Да, российская, российская русская книга, книжка? не. Да, русская книга. Да. Your book. Your — это чья? Да. Чья? Чья?
Я книжка. Да, твоя книжка, молодец. Идем дальше. У меня есть. Да, давай вначале прочитаем, а потом переведем. I have an important Russian exam this morning. Угу, молодец. У меня. Да, у тебя. I have an important. Important это важный. Important. 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 Важный российский. Да, русский. Ну, экзамен по русскому языку. Да, экзамен по русскому языку. Да. Утро. Да, сегодня утром у меня this morning дословно это утро, этим утром. А по-русски мы говорим сегодня утром. Молодец. Да, давай составим. I need my book. My book. I need my book. My book. Молодец. Угу. Laura. Your book is there on the table. Только here, on the table. Молодец. Here on the table. То есть вот на столе, вот именно когда лежит на поверхности, это on the table. Если бы в столе, было бы in the table. In the table. В столе. Да, молодец. Лёрин, да. Твоя книга здесь. Да, здесь на столе. На столе. Да, но ты половину слов знаешь, поэтому не всегда надо нажимать, когда ты знаешь слова. Вначале на... Угу. Sorry, honey, I'm tired. I work a lot. Да, прости, sorry, прости. Sorry. Прости, милый, я устала. Да, tired. Oh, tired. Tired. Я работала много. Да, a lot, много, a lot. Work, это работа, work, что там, забиваем, что-нибудь делаем, забиваем, work. Да, молодец. Выберите. Да, устала, где у нас устала? Tired, где у нас tired? Tired. Да, мы все устали от рекламы Тайда, поэтому tired это устать. Tired. Угу. Do you want some coffee? Хочешь кофе? Да, немного кофе. Хочешь немного кофе? Да, с молоком, пожалуйста. Да, только прочитай еще. Yes? Yes, with milk, please. Молодец. Окей, okay, here. Угу, молодец. Хорошо, вот. Да, вот, here, дословно здесь, но когда мы говорим okay, here, это вот. Угу. Да, put sugar. Что она делает? Лорен кладет сахар в... Кофе. Ну, кофе, ты знаешь, кофе не обязательно. Давай дадим еще вот Анися, хочешь поделать тоже? Ну да, ну как? Так, сейчас я включу тебе тоже мышку. Подожди, Вова, я сейчас включу мышку. Так. Угу. Анися. Все, теперь ты тоже можешь управлять мышкой. Mm-hmm. Да, кто-нибудь из вас будет читать, кто-то переводить, кто хочет переводить, кто я хочет переводить. Читать. Хорошо, давай, Анися, читай. Я читать. Хорошо, Дима и Анися будут у нас читать. Диалог читать? Да.
Я, правда, еще плохо читаю, но постараюсь. Вот some coffee. Да, do you want some coffee? Давай вместе. Do you want? Давайте все вместе. Do you want, some coffee? Молодцы. Давайте похлопаем друг другу. Молодцы. Давайте, кто будет следующий читать? Я читать вот это. Дима, вот. Yes. У меня что-то не появляется. Так, вот подожди, что-то выскочило. Вот оно. Yes. Ага. Yes. This milk. Please. Молодец. Yes, with milk, please. Еще немножко вот язычок выставишь, будешь совершенно замечательно. Да, мы только занимаемся там. Начинаем. Да, давайте. Да, кто будет следующее предложение читать? Молодцы. Я могу оставить киндера вам отойти? Да, Дима, да? Дима, да. Если что, я рядышком. Хорошо. Дима, так, кто еще хочет почитать? Okay, here. Или давайте вместе будем читать, а Вова у нас будет переводчиком. Да. Можно я еще почитаю? Хорошо, давай, Анися. Я тоже с ней буду. Третье читать? Конечно. Да, вот, okay, here. Do you want... А где мы тут? Do you want some coffee? Мы тут? Да, Дима, ты прочитал, сейчас будем слушать Анисю. Да, молодец, что прочитал. Анися, давай следующее предложение. Yes. Yes, milk, please. Да, Дима, молодец, ты активный, но давай дадим право девочке почитать, она же у нас девочка. Давай, Анися, прочитай. Yes, with milk, please. Молодец. Давай, давай, Дима, следующее предложение прочитаем. Какое? Вот, okay, here. Okay, here. Да, okay, here. Молодец. Давай. Вова, а ты следующее предложение прочитай и переведи. Warren, puts sofa sugar in the coffee. Молодец. Да, и переведи, чтоб мы поняли. А, все? Да, вот Lauren puts sugar in the coffee. Warren... Сыпер. Да, сахар. Положила. Сахар. Кладет сахар. В кофе. Молодец. Молодец. Да, кто будет выбирать? У вас у всех мышка есть? Я. Давайте, кто первый, тот и успеет. Давайте, подсказывайте друг другу. Кто-то будет выбирать, а вы подсказывайте все. Договоритесь, кто выбирать будет. Ну, самое первое, конечно. Чур, я буду подсказывать. Хорошо, давай, Дима, ты выбери, если хочешь выбрать. Нет, я бы сказала, я буду подсказывать. Хорошо. А кто будет выбирать? Ну, ладно, я пока выберу. Хорошо. Давай. Да. Давай, Вова, ты переводи, а остальные будут читать. Так, что-то у меня... Я буду отказывать. Что-то случилось. Не понимаешь, что. Ну, давайте пока на слух тогда. She drinks her coffee. She drinks her coffee. Coffee. She drinks her coffee. Молодец. Какой мы сейчас yes, this milk, please? Мы про эту? Вот мы, вот, she drinks her coffee. Последнее предложение. She drinks her coffee. Да, Анися, тоже прочитай, и кто-нибудь переведет. Я не знаю. Домашнее задание по русскому языку?
Да, Анися, сможешь прочитать? She drinks her coffee. Анися. Анися, мы тебя не слышим. У тебя выключен микрофон. Может, дело в телефоне? Не хочешь прочитать? Ну, давай тогда кто-нибудь другой прочитает. Когда я прочитаю и переведу. Хорошо. Да, давай, Вова. У вас Алиса включена, ау! She drinks her coffee, она пьет свое кофе. Да, Дима, а теперь ты прочитай. У вас Алиса. Да, вот, все, молодец. Так, Дима, пока. Як, это такое вот... Тьфу, переводится, тьфу, як, бэ. Ужасно. Як, тьфу, 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 як, як. Да. Як? Кто прочитает? Як? Давай. Як? Як? Да, молодцы. Все синхронно прочитали. Молодцы. Анися, тоже включайся, когда ты знаешь перевод. Или Анися ушла? Да, у меня просто звук не включался. А, понятно. Да. Кто прочитает? Вова у нас переводит, а кто прочитает? Давай, Дима, прочитай. Я все время буду переводить, то есть... Нет, ты можешь потом читать тоже. Да, давай, читай, Дима. What? What, молодец. Анися, давай тоже прочитай. Анися, у тебя звук включается теперь? Да, молодец. Да, what? Да, вот тебе подсказывают. Вот это предложение, what? Где дяденька говорит. What, молодец. What? Да, и давай Вова тоже. И переводим. What? Да, и переводим. What? Да, what означает что? Молодец, Дима, ну молодец. Да, молодец. И какой еще переводится? Да, it's salt. It's salt. Кто прочитает? Что прочитать? Первое? Нет, вот последнее. Последнее предложение. Ast. Почти. It's salt. It's salt. Я знаю, да. Как переводится. Давай, переводи. Оно соленое. Да, это соль. Это соль, да. Перед л. Да. Ведь когда перед л, превращается в о. Да, о получается. Salt, salt, salt. О, эй. Да, all, salt, salt. Такая между А и О получается. Когда A плюс L будет L. L. Вот так вот. А я знаю. Так на письме она изображается. Я занимаюсь. Молодец. Да. Давай, Софья, прочитай последнее предложение, пожалуйста. It's. Да, it's. И последнее слово. Вот, молодцы. Пишите. Это я написала. Salt. Молодец, Вова. It's salt. It's salt. Молодец. Да, это соль. Да, кто отметит, что это соль? Я всем... Я! Давай. Подожди, я всем разрешу. Так, все, я сделал. Да, поделиться. Так. Всем. Ну давай, Софья, Софья. Молодец, молодец. Молодец. Да, так тоже можно отмечать. Молодцы. Кто? Кто не может? Молодцы. О. Да, молодцы. Да, Софья, отметь, пожалуйста, чтобы зелененькой стало. Нет, просто нажми на нее. Нажми на этот квадратик. Нету. Квадратик. Да, молодцы, все правильно ответили. Ладно, я тогда... Да, кто будет читать? Я. Да, да, читай, а потом все по очереди все прочитаем все равно. Я сейчас читать, ладно? Давай, Дима, читай.
Як первое. После этого вот. После этого I. It's salt. It's salt. Молодец. После этого learn you are very. Молодец. Very tired. Да, молодец. Да. Я занимаюсь по-английскому, так что нормально, я... Молодец, молодец. Давай, Софья, тоже прочитай. Lauren, you are very tired. Lauren, you are very... Tired. Угу. Кто еще хочет прочитать? А ты прочитал уже? Он прочитал. Да, давай, Вова, прочитай. Lauren, you are very tired. Ну давай, Дима, прочитай, если хочешь еще раз. Lauren, you are very tired. Да. Да, Lauren. Ладно, пусть мне читает. Хорошо. Хорошо. Пусть другие читают, не буду отвлекать. Угу. Давай, Софья, начнем с тебя. Ты у нас девочка. Мы тебе дадим... Нет, я Дима. Приоритет. Нет, я Софья говорю. Мы пока с Софьей начнем. Софья по имени, видно, что девочка. Да, Софья, давай начнем. Yes, you need a cup of tea. Yes. Cup of tea, это... Да. Это чашка. Я знаю. Да, молодец, молодец, Дима. Давай-то, когда... Тебе мы дадим слово, тогда будешь отвечать. Ты молодец, хорошо знаешь, но давай Софье дадим ответить. Давай. Yes. 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 And then. По очереди. Да. I. I. Давай, я вот тебе подскажу. Да у меня не слышно. Слышно. Так, не слышно, да? Сейчас я включу, чтобы слышно было. Я, видимо, переключался. Так, все. Теперь точно слышно. Yes. I need a new coffee with sugar, not salt. Давай, Софья, попробуй прочитать. Я тебе помогу, если что. Yes, need now a new cup of coffee mm-hmm. coffee with da. So hard not sugar Sugar, not salt. Да, молодец. Так, кто еще хочет прочитать? Я! Да, давай Анисе дадим слово. Она девочка все-таки. Анися, давай. Хорошо. Вот это предложение надо прочитать. Последнее? Да. Yes, I need Угу, молодец. Keep cup of coffee. Молодец. Да, тут Дима нам дорожку прокладывает. Да, sugar. Я играю дорожку для самолета, ставлю галочки и по ним ластики. Да. Давай мы Анисе дадим слово. Sugar. Not salt. Salt. Молодец. Salt. Молодец. Да. Дима у нас такой активный. Давай, Дима, прочитаем. Чтоб твои самолетики больше летали в нужном направлении. Ну ладно, так пока удаляй самолетики, а Вова прочитает. Да, пусть Вова прочитает. Yes, I need a new cup of coffee. With soha.
Sugar, sugar. Молодец. Sugar, да. Вот это сложное слово, потому что оно читается не... Никак написано. Sugar, sugar. Да, Софья, ты читала уже? Хочешь почитать? Да, давай, Дима еще прочитает, и перейдем к следующему предложению. Yes, I need the... New? Cup of coffee? Молодец. With. Sugar. Sugar. Это шу читается. Sugar. Sugar, hot, salt. Да, not salt. Молодец. Переходим к следующему. Так, кто хочет ответить? Пожалуйста, управление дать, а то у меня выкинуло, я не могу теперь. Так, передать управление, так. Я тут знаю, какой. Софьи нету. Софьи нету. Дима! Давай, Анисе пока дадим. Я же спросил тебя в чате. Так, давай. Анися, хочешь поуправлять мышкой? Я тебе дал управление. Ну, да. Я бы хотел. Да. Кто подскажет Анисе, как правильно ответить? А Дима, нажми на стереть. А я вот уже тут убираю. Да, он стирает. Он стирает. Нажми на кнопку стереть, что все. Он не знает, сверху такая кнопка есть. А я знаю, там. Он не знает еще пока. Я хочу вот так вот сделать. Так-то я могу сделать это. Да, Анися, давайте Анисе дадим слово. Мне кажется, это последнее. Да, добавила кофе в соль. Кто хочет нажать? Я! Я не знаю. Давайте, только я Софью почему-то не вижу. А вот вижу Софью. Давайте Софью. Да, вот кто-то нажимает так, а кто... А Софья, нажимай мышкой. Софья, нажимай мышкой. Я, к сожалению, не могу дать всем. Да, молодец, Дима. Дима самый активный, уже поставил. Да, Софья сейчас нажмет. Она девочка, поэтому... Давайте, подсказывайте. Софья будет нажимать, а вы подсказывайте. Кофе. Кофе. Давайте кофе найдем. Кофе. Кофе. Кофе это кофе. Софья, найди кофе. Кофе рядом с кофе. Да, кофе уже выбрано. Надо кофе найти. Вот. Слово кофе по-русски надо нажать. А что за хрень? Во, наконец-то. Да, молодец. Дальше. Кто подскажет, как переводится sorry? Sorry. Милый! Нет, милый будет honey. Honey. Прости. Да, прости. Давай, Софья, найди прости. Вначале на sorry нажать. Поставь. Да, прости нажми, а потом sorry нажми. Sorry. Так, ты не нажала. Да, sorry нажми один раз, да, и прости теперь. Да, молодец. Так, давайте, кто, да, вот Puts кладет, вот подсказывает тебе, Puts кладет. Это я подсказываю. Да, молодец, Вова. Drink, милый. Да, только drinks это пьет, да, Вова нам подсказывает. Милый это honey будет. Да, drinks, давай, Софья, нажимай. Drinks пьет и останется милый honey. Молодец. Все. Да, осталось только выбрать оставшееся. Вообще-то honey. Насколько я понял. Да, молодцы. Так, ну давайте попробуем со сказкой. Все. Да, вот история пройдена. Да, вот такую я
приложение, можете себе скачать и каждый день радоваться. Давайте попробуем сказку немножко начать, и потом на следующем занятии уже продолжим. Как это называется? Да, сказка будет про красную шапочку. Все вы ее знаете хорошо. Так, да. я не демонстрирую, да? Вот сейчас демонстрирую. Все. Вот называется Little Red Riding Hood. Вот это Riding Hood, это и есть шапочка. Little это Hood, это капюшон дословно. Маленькая. Да, маленькая. Да, маленькая красная шапочка. Но это не дословно, Hood это капюшон. Ой. Вот, идем. Так, я подниму лучше вверх, а то так неудобно листать. Да, это такое вступление. Вот, давайте, кто будет читать? По предложению будем читать. Можно я? Давай, Софья, начни. This is the story of Только riding. Как будто на это ездишь. Да. Hood. Да, hood, молодец. Hood. Так, Вова хотел, да, следующий? Давай, да. Вова. She's got a red coat with a good... Hood. Hood. Вот, кстати, Робин Худ тоже так же пишется Худ. Да, coat, я подскажу, это плащ. Плащ. Да. Кто переведет? Еще это... Красный плащ. Животное, которое называется coat. Так, давайте. She's got a red coat with a... Так. Hood. Что это? Что ты, Дима, хочешь с экраном сделать? Пока не надо ничего с экраном делать. Так. Я просто хотела показать. Хорошо, в конце покажешь. Давай. She's got a red coat with a hood. То есть у нее... Так, время у нас заканчивается. Давайте кто-нибудь еще почитает. После этого я покажу, что я хотел, ладно? Ну, если время останется, то покажешь. А так, в следующий раз можешь показать. Хорошо? Я хочу. Так, кто читает? Давай, Анися, читай. She loves. Loves. Coat. Это вот плащ означает. А здесь она носила этот красный плащ. Да. И шапка с шапкой. А здесь она любит, обожает, можно сказать, этот плащ. Да, кто следующий читает? Дима, хочешь почитать? Да нет. Что-то не хочешь? У меня утром было... Понятно. Давайте, кто будет еще читать? Кто хочет я. Еще? Давай. Не играешься в телефон, а занимаешься. Ши. Да. Every. Кто там балуется с экраном? Молодец. She wears it every day. Она одевает его каждый день. У нас 8 минут 17 секунд осталось. Да, молодец, что следишь за временем. Софья, давай почитаем. Короче, у нас 8 минут еще. Угу. She's really happy. Today. Давай, кто сможет перевести? She is very happy today. Today – это сегодня. Молодец. Кто еще что знает? She is very happy today.
Happy – это весело. Только счастливый, счастливый. Да, счастливый – это почти одно и то же. Счастливый – это очень веселый и такой. Да, she is very happy, да. Она очень, очень счастлива сегодня. Почему она счастлива, кто прочитает? She – это она. Да, she – молодец. Кто прочитает следующее предложение? Если приставка «з», то я то один. Да, «where's» правильно. Да, «it's her birthday». Почему она счастлива сегодня? Потому что сегодня ее день рождения. Да, молодцы, Дима и Вова. Только по очереди надо говорить. Молодцы, да. Анися, я думаю, Софья с вами согласятся. Да, it's her birthday. Вот такой сегодня небольшой текстик, маленький был. И немножко мы поизучали слова. Понравилось вам сегодня? Да. Да. Ну тогда до следующего раза. Bye-bye. Bye. Да. Да, счастливо. А там еще роллы ждут, мы заказали из Тануки. Советую скачать приложение. Все. Класс. Да, ну давай, покажи, что ты хотел показать. Ну, я пока. Ага, Дима ушел, да? Ну ладно. Ладно, хорошего дня всем. Так, все, Виктория, с Викторией мы только не пообщались. Угу. Ладно, заканчиваем трансляцию.